Дорогие друзья, на сцене сводный хор хорового общества Республики Карелия, дирижер Николай Маташин, художественный руководитель хора ПетРГУ, преподаватель кафедры хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории. Вы знаете, мне кажется, впервые на площади Кирова, на этой замечательной сцене, огромное количество прекрасных вокалистов, целый сводный хор. Такого еще не было. Ну а как вы думаете, что исполнит этот замечательный хор? Екатерина, ты не догадываешься? Я предполагаю, но думаю и не ошибусь, если скажу гордо, что буквально через несколько мгновений прозвучит гимн России! Федерации! Гимн Российской Федерации. И огромная просьба, друзья, подпевайте, пожалуйста, потому что эти слова мы знаем наизусть. Вместе с нашим сводным хором хорового общества Республики Карелия. Попробуем? Вы нам поможете? Вы готовы? Готовы! Ну, самое главное, что мы готовы. Хор готов? Ну что, друзья мои, встречайте сводный хор хорового общества Республики Карелия. Дирижер Николай Маташин. Ваши аплодисменты! Самые громкие, самые искренние, ведь в этой музыке столько смысла, столько глубокого содержания. А вы знаете, Екатерина, по-моему, мы уже на этой сцене лишние. Так, прошу, прошу, друзья, гимн Российской Федерации! Oh.
А ну что, друзья, самые бурные аплодисменты! Слушайте, я не знаю, как у вас, лично у нас и Екатерины, просто мурашки по коже. Но это здорово было! Вам понравилось?